Детское радио представляет. И изобретения, и открытия в мире науки. Важные события вам расскажем просто об очень сложном. С Крутилкиным, Вертелкиным все возможно. С нами ты не будешь зевать от скуки. В эфире ну и ну, новости науки. С нами ты не будешь зевать от скуки. В эфире ну и ну, новости науки. Ну и ну, новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Со мной и со мной. Вертелкин! Вертелкин! Ты что спишь? А, что? Кто? Где? Кто ты? А, это ты, Крутилкин! Я не сплю, нет, я так... На минуточку глаза прикрыл, а тут ты, Крутилкин! Нет, ты спал и проспал! Что я проспал, Крутилкин? Что? Не что, а кого? Кого, Крутилкин? Кого? Собаку! Она потерялась! Как потерялась, Крутилкин? Где потерялась? Да здесь, в нашей лаборатории! А вдруг она что-нибудь из оборудования нам испортит, Вертелкин? Провода грызть будет, или хуже того, мой бутерброд съест! Какого цвета у нее шерсть? А кличка? Какая кличка у нее? Да нет у нее шерсти, Вертелкин. А кличка Барбос или Дружок? Может, Рекс, а может, просто Песель? Я еще не придумал. Как это клички нет? Как же ты ее это подзываешь? Просто свистом, что ли? Нет, не свистом, джойстиком. Джойстиком? Таким, какой используют в компьютерных играх, что ли? Ну да. Так, стоп, Крутилкин! Откуда у нас в лаборатории собака? Что за собака, Крутилкин? Без шерсти, да еще и без имени, а? Ученые из НИИ механики Московского государственного университета прислали. Посмотрите, говорят Крутилкин и Вертелкин, на нашу чудесную собачку. Новая разработка – гордость ученых. Она, гордость эта, раз и убежала. Не убежала? Отдыхаю. Я тут, под столом. Ух, гора с плеч. Выходите, уважаемая собака. Крутилкин, да это же... Да-да-да-да-да-да, это собака-робот. Но ведь у нее ни морды нет, ни ушей нет, ни хвоста тоже нет. Морда, да, хвоста и морды нет. Но разве это главное? Я могу ходить, могу лежать, могу сидеть. Я даже могу давать лапу, в смысле ногу. А вот имени у меня нет. Пока нет. Все эти Дружок, Барбос, Песель мне не подходят. Потому зовусь я пока просто Российская робо-собака. Ну-ка, проверим. Дайте, пожалуйста, лапу. Да, пожалуйста. Лапа — это что? Я могу прыгать, ходить разными способами, распознаю препятствия. Ученые сделали робособаку небольшой, чтобы помещалась на столе. Студентов учу робототехнике. Эх, какая же классная, Крутилкин, это робособака. Может, и оставим ее у нас? Будем в мячик играть, палочку бросать. Ну, эксперименты научные ставить. Нет, Вертелкин, оставить мы не можем. Такие роботы, кроме студентов, еще нужны ученым, которые у нас в стране занимаются разработкой шагающих роботов. Ну, мне пора, но я не прощаюсь. Загляну к вам как-нибудь. У робота собаки нет морды и хвоста. Никто меня не встретит, воскликнет красота. Кошек не гоняю, не злюсь и не линяю. Прыгать умею и шагать, и даже лапу подавать. Сделан я из материалов композитных. Вся конструкция моя весьма любопытна. Могу на столе я поместиться. Студентам в учебе могу пригодиться. Работаю хоть день, хоть ночь. Ученым я готов помочь. Робот-собака — изобретение века. Робот-собака — друг человека. Крутилкин! Крутилкин! Да что это делаешь? Смотрю, как создать робота-кошку, Вертелкин. Если собакой не вышло, так пусть у нас в лаборатории кошка умная живет.
будет нашим домашним роботом, ну, то есть лабораторным питомцем. Эх, да, будет у нас тут и на диване лежать, мурлыкать и вкусняшки есть, да? Лежать на диване? Вкусняшки? Хм. Ну, а почему бы и нет? Вкусняшки я уже купил. Знаешь что, Крутилкин, я тут подумал, робота-кота делать долго и трудно. Есть способ легче. Это какой же? Вертелкин, ты куда? На диван! Туда вкусняшки и принеси. Мур! Сами ты не будешь зевать от скуки в эфире, ну и ну. Новости науки. Ну и ну. Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.